Добрый вечер. Я хочу вам представить Аню. Аню вы уже знаете, как одного из менеджеров колледжа Меркури. Но ввиду того, что Меркури на самом деле является одним из учебных заведений, которые входят в достаточно большую образовательную группу, и не просто образовательную группу, эта образовательная группа включает в себя также и образовательные агенты, которые ужас, они по идее должны со мной конкурировать. Вот, соответственно, Аня достаточно быстро стала расти в ранге, тем более у нее несколько рынков достаточно прогрессивных, европейских, еще монгольских к тому же. Вот. Ну и опять-таки русский рынок, люди надеются на то, что мы привезем больше студентов. Таким образом, Аня, она является постоянным жителем Австралии, она, в общем-то, не студентка, хороший английский язык, образование в сфере маркетинга и неуемная энергия молодой девушки дала возможность ей начать работу с как раз очень крупным подразделением, скажем так, этой образовательной группы, с его образовательным агентством, то есть вот с той частью, которая ответственна за поступление новых студентов. И это дает нашим русским студентам уникальную возможность. Это дает возможность им поступать практически в любое учебное заведение Австралии. Раньше я сам занимался такой деятельностью, то есть у меня были учебные заведения, с которыми я сотрудничал, и это компания IDP, например, но это было не очень организовано, и, соответственно, я не мог представлять интересы этой компании. А Анна, в общем-то, является работником этой компании. И, Аня, расскажи, пожалуйста, немножко о перспективах работы, которая тебе предстоит, и о том, как ты видишь, как улучшать эту работу, потому что, в общем-то, все отдано тебе на откуп. Спасибо, Александр. С настоящего момента у российских студентов появилось больше шансов и больше опций, вариантов приехать в Австралию и начать или продолжить обучение. То есть до этого студенты приезжали в Меркури и затем либо обращались к Саше, либо самостоятельно подыскивали какие-то учебные заведения. А теперь мы можем делать пакеты с практически всеми высшими учебными заведениями Австралии, за исключением, может быть, некоторых. Ну, некоторые, с некоторыми учебными заведениями, оставшимися, работают наши партнеры, которые, скажем так, нам не жалко, поэтому, в общем-то, эти дружественные отношения между руководством этой образовательной группы, новой, на которую ты теперь работаешь, и этими людьми, соответственно, ты можешь направлять людей не напрямую через свою образовательную группу, образовательное агентство, а через другие компании. Но это в действительности единицы таких учебных заведений. Вот. Но, в принципе, вопрос решаемый по ним. Да, у нас сейчас появляется все больше и больше партнеров. И, в принципе, для российского студента, который приезжает в Австралию, сейчас неограниченный выбор из абсолютно всех школ, всех учебных заведений Австралии. Что в Новом Южном Уэльсе, в Сиднее, в Квинсленде, в Виктории. В Западной Австралии, конечно, в Перте. Да. Но должен предупредить, что образование в Западной Австралии обычно подороже. У нас нет образования ниже, чем 220-240 долларов за неделю английского языка. А высшее образование, если вы посмотрите University of Western Australia и Edith Cowan University, некоторые другие, соответственно, образование достаточно, Curtin University of Technology, достаточно дорогое образование, если это имеется в виду Западная Австралия. Правильно? Ну, в Сиднее ценник у Curtin University более-менее нормальный. Ну, в принципе, да. То есть, но в Сиднее Curtin University, опять-таки, будет конкурировать с University of Technology, зависит от многих, в общем-то, квалификаций, поэтому я думаю, что сам процесс, который
будет проходить для тех ребят, которые хотят ехать в рамках нашего проекта, но в учебные заведения, с которыми, например, я и наш проект обычно не занимался, в этом случае мы будем готовить все документы, но будем готовить уже для тех учебных заведений, которые ты представляешь. И таким образом мы немножко поделим сферу влияния. Если, грубо говоря, поделить это по уровню достатка и запросов студентов, то экономный уровень, да, economy level, это, наверное, все-таки большая часть студенчества, это так уж исторически сложилось, этим занимаюсь я. Но более дорогой уровень или тот, который я не охвачиваю, фактически я охватил несколько учебных заведений, как CQU, как Кингсон институт, Кент институт, это высшее образование, ну, Холмс институт, может, что-то еще. Вот, и несколько языковых школ и колледжей ВЕД в Брисбене, Мельбурне, на основном в Сиднее. Все остальное я, в принципе, не смогу один освоить, и, в общем-то, я не хочу осваивать, я не хочу уходить за уровень 80-100 студентов в год, просто потому что тогда качество моей работы будет не очень, на мой взгляд, высокое по сравнению с теми стандартами, которые я для себя ставлю. И более того, моя цель сейчас еще развитие именно самой системы обучения, чтобы студент мог больше реализовывать себя, лучше получать поддержку, работать с работодателями, которые сейчас есть для студентов и которые будут для выпускников. Вот, скажем так, создание сети других наших агентов, не русскоязычных, это Латинская Америка, это твой, польский, чешский, там, венгерский рынок. Вот, то есть мне достаточно будет 80-100 человек, я больше не собираюсь, в общем-то, расти. Вот, но гораздо больше людей спрашивает нас, гораздо больше людей интересуется и территориально другими учебными заведениями, и учебными заведениями, дающими, допустим, медицинское образование, дающими инженерное образование, дающими образование в сфере психологии, образование в сфере журналистики, преподавания. И ввиду того, что я просто не хочу этим заниматься, потому что это будет очень много у меня отнимать времени, и я меньше буду заботиться о своих студентах, соответственно, все это будет идти, Аня, в твою компанию. Я думаю, что нам особо делить тут нечего, потому что ты моя студентка, мой друг, там, все такое прочее. Вот, соответственно, мы будем стараться всю вот эту энергию, которая у нас, излишки энергии есть, мы будем притворять в тот проект, который сейчас создаешь ты, то есть работа на уровне топовом, топовом уровне, то есть это и Национальный университет австралийский, это и Royal Melbourne Institute of Technology, кстати, ребята спрашивали о нем. Это University of Melbourne. Это, что у нас еще, Monash University спрашивали, Griffith в Квинсленде. Вот со всем этим, наверное, придется поработать тебе. И у Ани сейчас поставлена задача очень тесно работать именно с учебными заведениями, с новыми агентами, которые мы, в общем-то, создаем. То есть они будут копировать нашу тактику, допустим, на русском рынке. Скажи, какие для тебя лично рынки были бы перспективны, не как для маркетинг-менеджера Mercury, а вообще как маркетинг-менеджера? Что ты видишь и в каждом конкретном рынке что? Российский рынок, русскоязычный, будем говорить, рынок, то есть Россия, Украина, Беларусь, очень перспективный рынок. Нам в Австралии здесь нужны специалисты русскоговорящие, с богатым опытом работы, с хорошим образованием. У многих есть еще отличное советское образование. У меня, например. Ну, конечно. Да. Вот, то есть таким людям будет гораздо легче получить работу, и нам нужны такие специалисты в Австралии, и мы готовы посодействовать в устройстве таких студентов в лучшие университеты Сиднея и Австралии в целом. А какие еще рынки могут быть
спортивными, азиатские. Азиатские. Вот что ты хотела бы по азиатскому рынку тоже? Японский рынок очень перспективный. Это по всей видимости, Майкл, у него жена японка, он хорошо говорит по-японски, то есть они вдвоем тоже возьмут этот рынок. То есть перспективы, вот эти вот расширения, я думаю, это как раз будущее, потому что мы не сможем все-таки поработать полностью на русском рынке, ибо русский рынок это в общей сложности может быть до 500-600 студенческих виз в год на высшее образование, это если повезет, сейчас в данный момент меньше. Я хотел бы остановиться на одной новости, которую анонсировали средства массовой информации, русскоязычные здесь, но так, русские, российские, да, о том, что правительство России будет субсидировать людей, которые едут учиться в Австралию и фактически финансировать. Ребята, кто заинтересован в этих программах, пожалуйста, вы тоже можете спрашивать своих местных органов власти или посольства Австралии. В Москве такая программа со вчерашнего дня существует. Единственное, что я думаю, что то количество людей, которые желают учиться в Австралии, оно гораздо больше, чем то количество студентов, которое может проспонсировать российское правительство. Я думаю, что распределение вот этих вот путевок в жизнь, как всегда в России, будет очень справедливое, поэтому я не думаю, что иссякнет интерес у людей приезжать в Австралию самим. На людей, которые едут сюда получать образование, опять-таки будут накладываться определенные обязательства, будут различные квалификации, но эти квалификации, которые, в общем-то, будут в этот момент нужны России, правительству России. Я не думаю, что это всегда будет совпадать с интересами студентов, поэтому сразу заявлю, что мы настроены на расширение нашей деятельности. Сразу хочу сказать, ребята, очень хорошо почитайте о тех условиях, которые предлагает правительство России. Вот, мы были бы, кстати, рады помочь правительству России с реализацией этих программ, потому что, опять-таки, у нас есть договоренности с учебными заведениями, и мы могли бы в какой-то степени помочь этим студентам, в общем-то, освоиться. Но, опять-таки, это никогда не будет для большинства, и это не будет даже для значительного количества. Вот, поэтому мы приглашаем ребят на любое высшее образование, в любое учебное заведение Австралии. Я думаю, что Аня будет периодически давать нам информацию о том, как ее дела идут, как идут дела у этого достаточно крупного агентства. По-моему, где-то входит в пятерку, наверное, самых ведущих агентств Австралии. И имени этого агентства я называть не буду. Вы будете работать, в общем-то, со мной и напрямую с агентством, с Анной, соответственно, информацию об этом агентстве будет получать напрямую сам студент. И, соответственно, все контактные детали агентства студент будет иметь на руках, не только и не столько мои контактные детали и детали Анны. Почему мы не называем имени этого агентства? Потому что на данный момент мы находимся в стенах Меркури колледжа, и по идее мы должны, в общем-то, мы имеем обязательства перед этим колледжем, и Анна является маркетинг-менеджером этого колледжа, соответственно, реклама, прямая реклама этого учебного заведения, учебной группы, наверное, не очень этично бы была, хотя руководство ничего против что-то не имеет и имеет свой интерес в этой группе, скажем так. То есть собственник Меркури колледжа является совладельцем вот этой очень крупной образовательной группы и
соответственно, этого образовательного агентства. Но в будущем, когда руководство этой образовательной группы и образовательного агентства рассмотрит этот видеоролик, соответственно, мы будем уже давать отдельную рекламу и на YouTube, и на сайтах, и ВКонтакте, и так далее, и так далее. На данный момент вам терять нечего, ни за какие услуги дополнительную плату вы не будете ни одному, правильно? Конечно. Да. Никаких дополнительных наценок, то есть вы платите только то, что попросил университет за период обучения. Плюс медицинскую страховку, потому что учебная группа тоже является представителем, но вы можете выбирать, в принципе, будете платить сами или будете платить через учебное заведение. В общем-то, разницы нету. Будет приведен вам список, по-моему, из 5 компаний, которые занимаются медицинскими страховками. И я бы очень желал, ребята, чтобы это не ради моей прибыли, это в какой-то чуть-чуть, может быть, степени даже в ущерб, но это для вашего будущего, это для того, чтобы вы получили всестороннюю поддержку, которую вам не может оказать ни одно образовательное агентство, даже такие агентства, как IDP, вот, потому что здесь вы получите помощь от нас и помощь бесплатную. Совет, который будет не ради того, чтобы вам дать наиболее дорогую программу, зарабатывать на вас максимальные деньги, а для того, чтобы вы приехали сюда с минимальными расходами, с максимальной поддержкой и, соответственно, с максимальным чувством удовлетворения. И фактически это развитие нашего проекта РАМЗЕС, но уже, в общем-то, как-то опосредованно с моим участием. Технически это будет выглядеть следующим образом. Вы высылаете или напрямую Ане, или мне, без разницы, вы высылаете свои пожелания, какое вам учебное заведение, что вы хотите учить. После этого Анна будет рассматривать, что вам подходит, то есть насколько это образование в действительности соответствует тому, что вам реально нужно. Вам будут даваться какие-то не иммиграционные советы, но советы по тому, сколько это стоит, когда начало занятий, насколько тяжела, допустим, учеба, то есть сколько предметов будет браться, что делать можно в каникулы и так далее, и так далее. Ну, обычная информация, которую вы можете на форумах может получить. Но это будет уже информация индивидуальная для вас. Что я могу со своей стороны сделать? Я могу вас обеспечить литературой бесплатно. Электронная библиотека будет состоять из более 40 тысяч академических статей. Это хватит, в принципе, для вашего образования. И, я не знаю, даже, может быть, для какой-нибудь так, докторской работы, диссертации. Вот. И после этого Анна уже вышлет вам приглашение в учебное заведение. Вы должны только учесть, что иногда некоторые учебные заведения, они берут enrollment fee, то есть плату за зачисление. Например, университет технологический Сиднея, вот они берут от 100 до 100, наверное, до 200 долларов. Плата за рассмотрение заявления. Да, плата, в общем-то, за рассмотрение заявления и выдачу вам приглашения. Вот эти деньги вы будете платить не учебному заведению, не образовательной группе, вы будете платить учебному заведению, и все цены вы можете напрямую согласовать, в принципе, и с учебным заведением, они вам подтвердят, какие есть расценки. То есть, как уже говорилось, учебная группа, это образовательная группа и образовательное агентство, они работают только на комиссионах, которые получают от образовательных учреждений, университетов. Соответственно, если ваше заявление будет неудачным, образовательное агентство, образовательная группа ничего на этом не заработают. Поэтому
Можете не беспокоиться, помощь будет вам оказана максимальная, потому что и в человеческом плане, и в плане бизнеса, безусловно, хотелось бы, чтобы вы приехали и были с нами, потому что вы и есть будущее нашего проекта «Рамзес – будущее», которое вы строите для вот этой очаровательной девушки, для Анны, потому что она начала достаточно быстро расти, то есть карьерный рост налицо. Я очень бы хотел ее видеть как бы одним из руководителей вот этой вот системы, которая, в общем-то, образуется и растет. Что бы ты хотела, Анна, сказать, пожелание вот нашим будущим и настоящим студентам? В первую очередь, не бояться пробовать свои силы, потому что многие думают, я не выучу английский, я не смогу учиться в Австралии. Это все неправда, каждый сможет, нужно лишь поверить в себя и начать с малого, связаться с Александром или связаться со мной, и мы подскажем, все разложим по шажкам, как вам нужно действовать, и постараемся всячески помочь вам в достижении ваших целей, мечты и так далее. Ну, на этом добром слове от очень симпатичного и доброго человека я хотел бы и закончить нашу очередную программу. Большое спасибо. Спасибо.